Получается, что 10-е место на данный момент. Ну а сложно, вы видели, у нас практически все девочки сегодня катаются чисто. Как тут быть? Тут для того, чтобы занять место выше 5-го, нужно не просто чисто откатать, а нужно бабах сделать. Надеюсь, что сейчас именно этим бабах завершится у нас соревнования в короткой программе девушек, потому что на льду Ксения Макарова. На данный момент ученица Евгения Рукавицына. Ученица Рукавицына, хорошо звучит. Эх, случился, конечно, бабах, как я говорил, но совершенно в другом смысле, совершенно не в том, в котором мы вообще предполагали и хотели. Обидно. Не помогло даже то, что мама Ксении Макаровой вышла со стадиона, чтобы только не видеть, как ее дочка катается от волнения. Так вот получилось, что не только каскад из двух тройных тулупов, но даже Ридбергер. Это же Ридбергер был вторым прыжком. Я вот сейчас мы посмотрим на повторе, у меня уже смещение сознания. Там же не флип был, Ридбергер же. Сейчас мы увидим все. И он получился двойным. Ну вот ее тренерский состав рядом с ней переживает. И смотрим на повтор. Тулуп один. И такой вроде бы был хороший такой замах и хороший такой толчок.
двойной ринбергер. И тут уже она расстроилась окончательно. В этом году такой вот непростой у нее был старт на Гран-при. Она 6-й оказалась на Skate Canada, 7-й на NHK Trophy. И пока вот так вот обстоят дела. В прошлом году, как вы помните, она была 4-й на чемпионате России. До этого за год 5-й, а еще до этого чемпионкой. И вот пока не может вернуться в то состояние, которое ей позволило бы занимать призовые места одно за другим. 12-е место с результатом 53-36. То есть это чуть хуже, чем у Алсу Каюмовой. Ну и что тут? Ничего и не скажешь.